Ну, сегодня, слава богу, немного. Так, Валерий Константинович, я не устал удивляться, на сливы китайки трехлетки выросли из ваших косок. Не привиты, но стоят все в плодах. Разве не рано? Конечно, рано. 2 абрикоса, 1 сын манчжурца, 2 мелитопольской ранее. Тоже трехлетки из ваших косок. Тоже не привиты, но тоже с плодами. Правда, плодов немного. Вот я думаю, зачем заморачиваться саженцами, если скосик такой быстрый и хороший результат. Или я рано радуюсь. Дело в том, что, Наталья, по-моему, было личное письмо ко мне. Я, по-моему, написал, что отвечу на вебинаре. Так? Вот. И ответил бы. Но у меня... Я сегодня опять на все вопросы не смог ответить. А их почему-то меньше не становится. Так вот, давайте по порядку. Итак, сливы китайки трехлетки. Чем они хороши? Да, кстати, стоят все в плодах. Вы не написали, какие они получились. Сливы китайки, трехлетки плодоносящие, это один из их преимуществ, что они довольно скороплодны. И это здорово, это замечательно. Ну, ждать-то годами. Бывает, что кто-то не дождется, и в ящик, а они все не плодоносят. А здесь все-таки они действительно очень брано. На 3-4 год может дождаться первых плодов, а на 4-5 год уже ветки ломаются. Это все замечательно. Раз. Но есть минус. Не минус, а не недостаток, а вот эта лотерея. Они не все будут... Среди них будут как? Раз они мои, значит, они росли в смешанном саду. Это и плюс, и минус. Я рассказывал. Смешанный сад защищает сам себя от этих... Сам себя, да. От этих вредителей. Раз. Смешанный сад... перемешиваются так гены, а тем более я верю и уверен, что существует телегония. Вот, раз она существует, то получается они действительно... А плоды могут быть разные. И цвет. Вы знаете, когда-то у меня еще, вот когда мне сожгли сад, а у меня до этого на дачном участке я их штук 40 развел. Это потом вырубал со слезами на глазах. Ну, когда большой плодовый сад сожгли, надо было на этом саду продолжать жить и выживать. Вот. А вы знаете, какие они были? Красные, синие, розовые, желтые. Господи, это... И крапинку, и двух- и трехцветные. Во! А почему? А перепылились. Ну, ладно. Короче... Получилось так, что они были у всех разный вкус. Я на вкус не обращал внимания, используя в качестве чего? Ну, подвое. Так. А тут же рядом росли, которые они были послаще. Я их просто подвое не выращивал, а просто ели. Просто ели, и прекрасные они были. Вот. Много лет я ждал, пока у меня появятся роскошные сливы, 50-80 грамм. Долго, много лет. А до этого прекрасно обходились. Но попадались и с горчинкой, попадались и с этим самым. Знаете, какие. И обратная сторона. Слишком сладкие, слащаво, есть невозможно. У меня друг их вырубил, говорит, я не могу их есть, сильно много сахара. Во, дожили. Вот. А знаете, как я... Хотите правду? В самые трудные времена, вспомните, сахара не было. Вообще! У меня у друга 10 мешков сахара гнили в гараже. Хапнул и... То есть хватило бы для целого дома пятиэтажного. 10 мешков, это 500 килограмм, да? Вот. 500 человек по килограмму. А я как это добывал сахар? Ведро вот этих слив на килограмм сахара. Мне их девать было некуда. Но, мы же не знаем, Наталья, вот сейчас они у вас сильно... То есть впереди отбор у вас. Вот тогда у вас будет по-настоящему, да, из косточек можно вырастить. Да, часть из них, может быть, процентов 20-50 не теряет свои качества. То есть мельче не становится. Но, извините, это и крупнее не становится. Вот так вот. Так что насчет быстрые хорошие результаты у вас есть. Значит, зачем заморачиваться? Это ваша фраза. Ладно, переходим к абрикосам. Теперь, сын манчжурца, 15 деревьев, на всех разные плоды, двух одинаковых нет, от несъедобного, самый есть такой, до самый сладкий. Так. Вот. Угадать невозможно. Ну, если вы все их вырастите, как я, вы можете какой-то даже срубить, привить. Вот, если хотите. Прививать не хотите, у вас будут плоды 20-30 грамм, ну, на здоровье. Вот. Если много, немного, а несколько деревьев, выберите самый сладкий. Которые с горчинкой, или там, нет, горчинкой не будет, с кислинкой. Компоты, соки, варенье идеальные. То есть ни одного маньчжурского абрикоса вы не срубите никогда. Но, опять же, ту роскошь, что я вам показывал, у вас не будет. Или прививайте. Так, хорошо бы увидеть про рамки вживую, будем ждать. Надеюсь. Так. Что тут еще есть? Поздоровались. Так, тут кто-то кому-то рекомендует биопрепарат. Наверное, я не все вижу. Так, ну, я смотрю, Антон Сафронов слова такие знает. Битоксибацилин. Понятия не имею. Вот. Я как тот специалист, подобный Флюсу. Доброго здоровья. У меня на даче есть красная слива с хорошими качествами. На плоды, которые каждый год поражают какие-то червяки. Не ко мне вопрос. Ни разу в жизни не видел, чем хороша Сибирь. Ни разу в жизни не видел ни одного червяка, ни в одном плоде, кроме яблонь, которая считается признак... Это, ну все-таки куда деваться от этих, от плодожорки. Не знаю, не могу ничего сказать. Вот где-то, тем более биопрепараты, вот вам, допустим, Сафронов подсказал, да? Вот, ну подсказал. А я даже этого не знаю. Вот. То есть у меня всегда так, из 100 вопросов я могу ответить на 95. А дальше уже не мое. У нас генерал Мороз... Он же санитар Мороз. Все больное вычистит. И вредителей вычистит. И грибам не даст развиться. Грибы же любят тепло и сырость. Темно, тепло и сырость. Отсюда загущенность, мягкий влажный климат. Вот. Ну а у нас на севере есть свои плюсы. Вот, это как. Ладно, чуть пример не привел. Дальше. Сегодня, как всегда, интересно. Ждем следующей встречи. Но с каждым разом вопросов все меньше. Наверное, это и хорошо. Значит, я умудрился на большинство ответить. Ну что, друзья, будем прощаться. Давайте так. Здесь у меня темы уже не садовая, а около садовая. Я до сих пор не знаю, как к вам, как вы к ним относитесь, к этим темам. У меня еще это... Нет, все, не буду, а то я такого понаговорю. В общем, я заканчиваю сегодняшнюю речь. Сегодня опять шашкой махал. Вот. Не послушал друзей, которые запрещают, просят меня не это. Но мне кажется, если бы я просто говорил, как надо делать, то мне просто никто не поверил. Надо обязательно за и контра, за и контра. А тут еще разволнуюсь. Итак, на сегодня достаточно. Антон Валерьевич, пожалуйста, пришлите мне эту ссылку. Я отправлю ее этому самому Юрию Васильевичу Бродскому. Он очень ждет. У него свои дела, свои интересы. Вот. Он не уехал вовремя в Америку, куда звали. Сейчас доживает свой век. Вот. Без лекарств, без денег. Зимой без этого. Ладно, до свидания, а то наговорились.